Всем привет! Нравится видео, подписывайся, а мы начинаем! Сегодня на обзоре сериал «Воин». Экшн-сериал 2019 года, основан на оригинальной идее Брюс Ли. Действие сериала происходит в конце 19 века в Сан-Франциско, во время войн тонгов, китайских группировок США. Главный герой Асам, мастер боевых искусств, приехал в Америку вернуть свою сестру, Сяо Цзинь, Китай. Однако, все пошло не по плану, и Асам стал бандитом одного из враждующих кланов. Первый сезон состоит из 10 серий. Во многом сериал напоминает фильм Скорсезе «Банды Нью-Йорка». Сериал щедро осыпан насилием, интригами, коррупцией, сексом, смертями, увечьями. Но несмотря на обилие драк, экшена, в сериале хорошо раскрывают персонажей. Сюжет не скачет, как бешеная лошадь, а планомерно развивается и погружает действие полностью. Боевые сцены порадуют даже искушенного зрителя. Они динамичные, жестокие, кровавые. Порадовал и каст актеров. Большинство из них нашему зрителю не знакомы. Но когда видишь персонажей, то веришь им. Все они находятся на своем месте. В главной роли снялся Эндрю Кодзин. Другими заметными работами являются участие в фильмах «Быстрее пули», «G.I. Джо. Бросок кобры», «Острые козырьки». Актер идеально попал в образ, и любой знаток в нем безошибочно определит героя Брюс Ли. Это видно по движениям, манере поведения и стилю боя. Сына главаря китайской банды играет Джейсон Тобин. Эта роль сыграна им отлично. Он импульсивен, дерзок, харизматичен. Также великолепны Киран Бью в роли Билла О'Хара, Дин Джаггер в роли Дилана Лира, Том Уинстон Джонс в роли Ричарда Ли. Да и другие актеры играют отменно, они просто отбывают номер. Вывод один. Первый сезон обязательно к просмотру. Тем более второй сезон прошел не менее успешно. А еще заявлен выход третьего сезона в октябре 2023 года. Так что время посмотреть еще есть. И пересмотреть, если смотрели. Понравилось, оставь комментарий.